Ребят, всем привет, меня зовут Евгений, и вы на канале «Попади в десятку». Сегодня на обзоре у нас оптика, конкретно рассматриваем вот этот Bobcat King BK с неподвижной системой, кратностью 8 на 44-30 мм. А перед тем, как мы начнем, пожалуйста, подпишись, поставь лайк и прокомментируй видео. Эти простые действия нам помогут в развитии канала и делать больше клевых обзоров. Мы начинаем. Интернет-магазин «Попади в десятку». По комплектации данного товара довольно-таки все просто. Оптический прицел приезжает в такой надежной коробке. Также здесь предусмотрена бленда, тряпочка микрофибра и, естественно, мануал на английском языке. Диоптрический механизм находится в зоне окуляра и дает возможность сделать резкое изображение каждому стрелку индивидуально под себя. В оптическом прицеле не установлено кольцо для изменения кратности приближения. Здесь есть только один параметр, и это 8. И его вполне достаточно для комфортной стрельбы на средних дистанциях. Для настройки оси X и Y в средней части корпуса предусмотрены два барабана – средний и правый. Величина одного клика сдвигает перекрестие на 0,1 мил. Прицельная сетка с баллистическими рисками расположена на стекле во второй фокальной плоскости. Корпус выполнен из алюминия, поэтому он имеет относительно легкий вес – 722 грамма. Длина нашей оптики составляет 322 мм, диаметр объектива 53, а окуляра 44. Противоположный горизонтальный барабан включает подсветку, работающую в режиме красного и зеленого оттенка, имеющую в свою очередь по 5 уровней контрастности. За батарейку переживать не стоит, ее можно купить в любом бытовом магазине SR2032. Тут же рядом с подсветкой находится барабан параллакса, который имеет значение от 10 до бесконечности. Про комплектацию и характеристики мы с вами поговорили, осталось выяснить один момент, где же можно приобрести данную оптику. На самом деле это не секрет, сейчас я тебе все расскажу. Приобрести данный товар можно у нас на сайте, и сделать это просто. Вам нужно перейти в описание к видео, перейти по ссылке, выбрать подходящий комплект исходя из своих пожеланий и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Ну что, дорогие друзья, наш обзор подходит к концу. Если вдруг у тебя остались какие-то вопросы, пожалуйста, их задавай. А если у тебя был опыт владения данной оптикой, пожалуйста, поделись им в комментариях. С вами был Евгений. До скорых встреч!